Только что вспомнил, почему этот сервер мне не зашел. Во-первых, Bitpack доступен только для... промолчу кого. Бур тут не работает. Навык крафтинг есть. Кстати, насчет навыка крафтинга, надо его до 10 попробовать прокачать. Может, так скиллы увеличатся. Это не так долго. Было бы неплохо проверить. Но, по сути, со стаками 5000... Извините, нет. Никогда. Так. Help. Info. Ага, сервер так нихуя не доделан. Зашибись. Ой, как мне эти обрезанные сервера надоели. Это кто бы знал, слушай. Да. Обидно. Пока крафтится ящик, я кое-что предположил. Если оно так, то это будет уникально. Скилл крафтинга, как вы можете посмотреть, у меня пока тут довольно-таки слабенький. Я надеюсь, это так все есть. То есть скилл крафтинга отвечает не за время крафта, а за кое-что другое. Ты же, наверное, догадался, да? Будет самый тогда охуительный сервер. Самый продуманный. Крафтинг левел 6. Нет. К сожалению. Это говно. Говно со стаками по 5000. А я так рассчитывал на чудо. Но чудо, увы, друзья мои, не произошло. Да, вы, наверное, поняли. Я думал, то, что они привязали скилл крафтинг к стакам. Потому что было 1000, стало 5000. Я подумал, что, блин, это было бы круто, если бы они так сделали. Но, видимо, нет. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Это, если честно, немножечко обидно и досадно. Хотя я попробую еще тут немного покрафтить, наверное, шкафы. Проверю окончательно. Может, что-то дельное будет. Хотя шкаф сколько... Он мне поднимет-то. Блин, даже не знаю. Шкаф 41 секунда крафтится, да? Вот сейчас вот. А если реально задумка крафтинга именно в этом? Блин, тогда будет просто охерительно. Если от крафтинга повышаются стаки, реально, блин, это было бы очень неплохо. Сейчас посмотрим, так, 11%, 7 секунд осталось, я нихера не вижу. Ну-ка. По 9%, да? Ну ладно, сейчас попробуем дойти до следующего уровня и как раз посмотрим, сколько же будет крафтиться шкаф. Так, подходит время истины. Следующий шкаф. Сколько времени будет занимать это? Я просто решил до 10 прокачать, чтобы вдруг реально стаки увеличиваются на каждом 10 уровне. Было бы очень круто. Хотя это мои, скорее всего, потные мечты.
Ночь, правда, долго длится, зараза. А, это не дерево. Хера не вижу. Эй. Ладно, смотрим. Время не уменьшилось. А, плюс 30% бонус. Смотри-ка, интересно. Значит, бонус здесь довольно-таки уменьшен. Это интереснее уже становится. Значит, супер здесь прокачаться так толком не получится. Та-та-та. Раз, два, три. А пока будем бегать и страдать, как говорится, таким вот сплошниковым онанизмом. А это будешь никак не назвать, друзья. Попробуем прокачаться до 10 левела. Может, реально бонус какой-то супер дастся. Блин, надеюсь. А, последний мой, так говорится, попытка. По идее, сейчас 10 уровень должен будет подняться крафтинга. Я посмотрю, можно ли здесь стаки увеличивать. Что это мне, блядь. Это вообще никуда не годится. Это просто какой-то кошмар. Понимаю, здесь нуда клей, все дела. Но такими стаками. Еще надо посмотреть, как печки работают, кстати. Давай, давай. Проверю, как печки работают, и пойму, стоит ли на этом сервере, в принципе, играть. Десятый левел. Чудо не произошло. Ну, хотя кто бы сомневался, кроме меня. Телепортируюсь домой. Сейчас посмотрю окончательно. Стоит ли здесь вообще заморачиваться? Я печку на этом сервере еще не ставил. Может, здесь прикол в чем-то другом. Печки супер быстрые. Я вот. Сижу, блин, гадаю. Но раньше стаки вообще были по 1000. Мне не нравится то, что бэтпак, во-первых. Он тут есть. Иначе бы ничего не писал. Ага, даже так. О, как весело. И печки. Какие быстрые печки-то. Короче, понятно. Ну его нахуй. Правильно сделал я, что... Сиреса сныкал. I hope you cry меня уже убил в этот раз. Они с этим, походу, вместе. Так, стоп, что? Скиллы не потерял? Нет. Это от него так бьет радиацией? То есть они вдвоем. Телепорт интерпидет. Чего? Ага.
То есть они до того разжирели, что решили взрывчаткой все долбануть. Через крышу. Вот только им ничего тут не досталось. Смотри. Какие злобные. Все попытались сломать, что могли. Прикинь? Какими пидорасами надо быть-то, а? Капец просто. Знаете, что ничего нету, просто взломать. Так, ну ладно, я немного приоделся, правда, штанов даже нет. Ой, жулин, пидораса. Ах ты ж, блин, не забраться, что ли? Да ладно. Гонишь. Да, слушай, а тут не забраться, а так просто. А, ну давай еще подлогни. Смотри, потолок взорвали. То есть один взрывал стенку, другой взрывал потолок. Одуреть. Забыл, что у меня здесь можно подняться. Ну, блядь, начинается. Обновление Раста. Давай, 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 я в тебя верю. Блин, как мне достало. Я же специально так делал, чтобы можно было забраться. Смотри, ему ремув. Наремувнуть не может, бедняга. Так бы он мне все заремувил, да? Броня какая-то тупая. Так, у меня что есть-то? 25, ну так меньше будет давать. Блин, мне одеть-то нечего. Так, бур мне вообще-то не нужен вместе с этой фигней. А я сделаю попроще. Дерево есть, есть. Ой, шкаф они мне сломали еще, точно. Сейчас свой шкаф, что ли, поставили? Так я раз бывает, сука, ненавижу. Бля, до этого запрыгивал, теперь не могу, обнова вышла. Молодцы, сука, починили, долбоебы. Читаков тут дохуя. Они что чинят? А, так они все в одной компашке, да? Дай-ка я посмотрю. Фестим тупит. Так. Ага, вот. А, так они вон все вместе зашли. То есть 8-5, Хоуп, Громи. Вот они все. Хоуп, Громи и... Вот этот вот дебил. Они все вместе зашли. Совпадение? Не верю. Так, для начала.
Так. Чем им мой домик помешал, а? Ироды. Нормально, нормально, друзья, все. Мне нужно, чтобы они здесь побуянили, потом успокоились. Дерево не забрали. Станки целы. Здесь данный потолок может сделать, а? А он нужен, в принципе, или нет? Потратили тонну взрывчатки. А, ну они видели, что я в сети был. Это довольно-таки все забавно. Так, мне б ящик. Блин, все ящики сломали, сука. Ладно бы себе что-нибудь еще взяли, так вот. Взять-то тут нечего было. Очень обидно, да, ребят? Я рад. А, ЛРки забрали, вот и все. Наверное, очень обидно им было. Хотя чего обижаться от каменного домика? Скажите мне на милость. Турельку не ставили? Для защиты, а? В общем, они живут в пещере, насколько я могу понять. Так. Что за киты мне доступны? Билдер, Дели, Медик, Стартер, Хантер. Да ёп. Ладно, хоть так вот. Сейчас основная проверка у меня идет. Так, они тут. Они в пещере живут, это я знаю точно. Они несколько растепались, ты хочешь сказать? Вот видишь, один костер, второй костер, короче, они вдвоем были. Они были вдвоем. Так, меня сейчас другое интересует. То сейчас вот эти вот парни, это клан, кому не ясно, они будут всех выживать с сервера. Это уже повторяется второй раз. Я админу писал. Сделай, чтобы, блядь, был одиночный сервер. Тут максимум 25 человек. Вот один клан забьет все слоты и весь сервер вынесет. У тебя сервер будет пустой. Нет, до него не доходит. Потом с ним попереписываюсь насчет одной фишки. Сейчас хоть куртку одену, а то еще джапецкий мой перс поджимает. Так, это 15, 15. А вот пуховик. Ножовая, конечно, защита, но хоть что-то. Коут 17%. Тут 5.
Объясните мне, что тут происходит. Я был бы очень счастлив это послушать. Цело. Они ничего не нашли. Это хорошо. Это good. Так, давай-ка разожгем костер. Пойдем домик поближе посмотрим. Есть одно правило рейдеров, то что они убивают всех, кто живет близко. Это основном. Но есть рейдеры, которые вот так вот заходят и уничтожают все. Да, здесь все цело. Здесь они ничего не тронули. Теперь тоже нихера нет, ну да ладно. Так, останусь пока здесь. Так, а что мне нужно? Мне бы желательно тут одежды прикупить. И все-таки выследить, где эти херы живут. Вычислить время, когда их не будет. Вот 4 человека. Почему-то один не отображается. Всего 5 человек на сервере. Вот 4 человека, они в одно и то же время зашли, в одно и то же время играют. Они все вместе. Это, короче, с ними разбираться.